Всем привет! С вами Кирилл Черкашин. Сегодня мы узнаем у жителей Днепра, что они знают про стрит-воркаут. Ну, я знаю, что у нас в Днепропетровске самое главное – это Денис Минин и Гауранитай Шулика. Да, вроде бы так. Да? Да. Ну, такое имя у него интересное. Там очень здравомыслящие ребята, в принципе, все симпатичные мальчики. Тоже так думаешь? Да. Очень красиво выполняют интересные элементы. И девочки там тоже ничего, кстати. Спортивные такие, да. Не пьют, не курят. Круто. Да. Ребята, вы знаете что-нибудь о стрит-воркаут? А видели, как ребята показывают элементы на турниках и брусе? А вы посещаете спортивные площадки? А занимаетесь какими-то видами спорта? А как вы относитесь к здоровому образу жизни? Я понял, спасибо. Стрит-воркаут – это молодежная организация, которая просветляет здоровый образ жизни. Многие ребята, которых я знаю, которые связывают всю свою жизнь с спортом, они занимаются этим уличным видом спорта. Проводится этой организацией очень много оздоровительных мероприятий по городу, в парке Глобы, да вообще по всему городу, в любом уголке. Вот. И я наслышан, что эти ребята очень негативно относятся к курению, алкоголю и наркомании. И борются активно с этим. Все. Здравствуйте, можно вам задать один вопрос? Это как бы интервью. Что вы знаете о стрит-воркауте? Ну, и я, скажем так, не точно знаю, но слышал, что это, скорее всего, парни, которые прыгают по гаражам или по зданиям каким-то. Здесь недалеко. Ну, а подробнее? Денис Минин. В друзьях. Это, наверное, вот то, что летают, да? Ну, я знаю, что это чаще всего на турнике бруса. Они ведут здоровый образ жизни. Ну, и я тоже с папой ходили, но сейчас что-то прекратили. Ну, на турниках разве. Лучшие пацаны занимаются на турниках. Ага. Все. Хорошее направление в 21 веке, которое надо поддерживать всем. Молодежи всей поддерживать надо обязательно. А вы, парни, что знаете?